Уральские ученые совместно с коллегами из Индии и ряда других стран синтезировали нанокомпозитный материал для глубокой очистки сточных вод. Это адсорбент на основе семян папайи, недорогой в производстве. Он предназначен для борьбы с токсичным красителем конго-красный, широко распространенным в текстильной, полиграфической и пластмассовой промышленности. Задача этого красителя, он должен достаточно плотно удерживаться на окрашиваемом материале. Для этого вводят достаточно функциональные группы, ну, которые как бы неблагоприятным образом, скажем так, сказываются на человеке. То есть это могут быть вызываться аллергические реакции в наиболее легком варианте, а в тяжелом варианте это может вызывать и развитие различного рода раков. Новый адсорбент прост в использовании и не опасен для здоровья людей и животных, а также не загрязняет окружающую среду. Он состоит из порошка, семян папайи и наночастиц оксида железа. Семена папайи эффективно удаляют красящие элементы из сточных вод, а железо ускоряет процесс отделения сорбента от очищенной воды. Причем использовать его можно повторно до 5 раз. Конго-красный – синтетический краситель, который активно применяется в странах Азии. Загрязнение сточных вод угрожает как здоровью людей, так и окружающей среде. Так что разработка специалистов УРФУ может использоваться на новых фильтровальных станциях.